Откуда такое любопытство? Чё-то вы слишком быстро меня нашли. Я еще не успел расположиться, а вы уже тут как-то. Откуда такой интерес к моей персоне? Документы? А зачем? Ну ладно. Надо так надо. Как вы меня нашли здесь, а? Блин. Дмитрий Геннадьевич. На скутер? Да. Водитель, пожалуйста. Господин ДПС, Кузнецов, моя фамилия. Кузнецов. Да. Вот незадача. Так а что случилось с мопедом? Ничего, управляли все. Я управлял? Конечно. Когда? Или это не ваш мопед. Когда сюда заезжали на него. Вы видели, да? Я видел, да? А, поэтому вы сюда и подошли, да? Конечно. От черт. Так а что делать-то? В смысле, что делать? Документы можно, нам ответ. А для чего? Что? Я что-то не понимаю. Причем здесь мопед? Я ж не управляю. Ну, вы управляли только что. Только что управлял? Конечно. Ё-моё. Вы паспорт посмотрели? Сейчас поеду по базе проверю. Зачем? Не нужно так. Ё-моё. Вот незадача. Это что, я влип, да, сейчас куда-то? Я не знаю, что с вами. А при чем здесь мопед? Ну, если я влип, то, ну, что делать? Может, на мопед документ. Посадите меня в тюрьму, а мопед... Я сажать не буду. А мопед не трогайте. Зачем? А зачем его трогать? Он тут ни при чем. В смысле? Это я вас там фоткаю. Ничего, мопед он фоткает. Стоит, он никого не трогает. Для чего фоткать? Обида какая-то или что? Не, просто любопытство. Какое любопытство? Если будете пробивать, пойдемте, я с вами пойду даже. Пойдемте, берите свой мопед. А зачем его туда брать? Не нужно. Ёлки-палки. Это вы аж оттуда сюда пришли. Ну все, я допрыгался, в общем. Только ехал, 60 километров проехал, и вы меня здесь обнаружили буквально за 15 минут. Да, как только повернул, так и обнаружили. Вот незадача, а. Меня сейчас собака съест. Не в тюрьму посадят, так собака съест.
А как вы меня обнаружили? То, что я на мопеде туда повернул, да? Паспорт дал. Ну, а водительское. А зачем? Водительское. Зачем? Ну, вы же управляли скутером. Зачем? Нужно водительское А категория. Ой, М категория. Так я ж пешком к вам пришел. Где? А сейчас уже поехали на чем? Все, начинайте. Так вы ж меня не останавливали. Какая разница? Вы же управляли. Так я ж вам паспорт дал. Ну, нужно водительское, чтобы управлять скутером. А для чего? Чтобы скутером управлять, нужно водительское удостоверение. Так я же им не управляю. А сейчас мимо камеры кто проехал, а подруги? Не знаю. Человек похож на меня. Ну что, проверили? Давайте, да я поеду. Для чего? Чтобы для управления скутером нужно водительское удостоверение. Ну. Так при чем здесь скутер-то? Я ж к вам пришел. Ну, вот, по пешеходному переходу к вам. Водительское удостоверение. Вот. Так вы ж меня не останавливали. Ну мы сейчас проехали, остановились. Мы же управляли. Ну мало ли когда я ездил там или что. Мы ездили, управляли. Ну, бывает, езжу иногда. Так а прав. Сейчас проехали, ну сейчас недавно ездил, да. А зачем? Ну, заводить удостоверение. Так управление скутером. Так паспорт, я ж вам дал. Что это? Водительская. Там же вся личность, по базе можно меня открыть. Я знаю, у вас есть водительское удостоверение. Ну, так если вы знаете, что есть водительское, ну, для я чего? Для управления оно при себе должно быть, когда управляете транспортным средством. Так она при мне. Ну, давайте. Так я не управляю сейчас. Правильно, вы сейчас вас поставили, мы скутеры подошли сюда. Ну да, так, блин, надо было меня остановить, другое дело. Потом... Уберите собачку, а? Если знаете, с какой целью вы убегаете там, спрятались, сюда не поехали. Поэтому пошел я к вам туда. А зачем тут? Я не понимаю. Блин, ну если так наставить, я не понимаю. Я, честно говоря, мне непонятно. Я ж вам дам паспорт, все. Ну, на тебе еще водительское. На скутер документы. А скутер тут при чем? Я вам паспорт вы дал. Скутером. На него что-то есть какая-то? Сейчас при мне нету. Я и паспорт дал, и водительское, сейчас еще и документы на скутер. Ну что ж такое? Посидите, проверюсь. А вы с документами, с вы моими не уходите. Я документы не делаю, что куда. Не, вы... В смысле? Я при вас? При... Да, при мне, да. Сюда, присядьте. Вы там дырочку не сделаете? Да нет, я такой ерундой не занимаюсь. Присядь, пожалуйста. Ну, хорошо.
сюда, около нас вниз. А, это вы здесь, а я там? Дмитрий Геннадьевич, конечно, здесь посидите. Все. Хорошо. Так вы по паспорту меня проверили? Ну, вроде все там понятно. Сейчас... А зачем водительская? Для чего? А? Я по паспорту вас не проверял. Не, ну это понятно. Водительское удостоверение. Вы же управляете, правильно? Да. Паспорта недостаточно. Вы ж меня уже по базе пробили. Не, у нас есть определенные документы, которые дают право управлять транспортным средством. Не, я просто хочу узнать, в чем разница между паспортом и водительским. Ну, если немножко подумать. Ну, если немножко подумать, то я вообще пешеход, если что, подумать. Да нет, мы подъехали, это на скутере. Ну вы ж меня не остановили. Я к вам сам пришел по пешеходному переходу. Вы управляли транспортным средством скутером? Бывает, управляю. Сейчас, почему бывает? Вот совсем недавно управлял. Буквально 2 минуты назад, да? Ну вы ж меня не останавливали, я ж к вам сам пешком пришел. Нет, вы сами подъехали на скутере, а не пешком подошли. Ну вы же меня не остановили? Я ж к вам как пешеход пришел. Или как водитель? До того момента, как вы стали пешеходом, вы подъехали на скутере? Ну я когда с той стороны дорогу сюда переходил, я мопед на спине не тащил. Я пешком шел. Факт управления транспортным средством был? Вот если бы вы, знаете как, волшебной палочкой взмахнули бы так. Волшебный это какой? Ну это жезлом. Почему волшебный? Ну можно по-другому говорить, просто жезлом. Если бы жезлом махнули, остановили бы меня, тогда я был бы водителем, тогда я бы тогда управлял водительским, все правильно, там водительское бы взяли от меня. Я недалеко от вас припарковался, где-то там остановился. Это понятно. Вопрос в другом. Вы управляли транспортным средством? Управляли. Управлял. Подъехали на скутере? Да, бывает, что я управляю транспортным средством иногда. Бывает. Вот совсем недавно, буквально минут 15 назад управлял. Бывает такое. Я не спорю. Просто я вам дал паспорт. Для того, чтобы управлять транспортным средством, этого мало. Необходимо документы на транспортное средство и на право управления им. Не, паспорт верните, или чтобы я не заходил. А вы туда не зайдете. Почему? Потому что. Нельзя туда? Потому что туда нельзя заходить. Как нельзя? Так, не что, знаю. Серьезно, что ли, нельзя? А паспорт мой можно взять? Да, да, да. Я же вам говорю, ну возьмите сами. Возьмем. Паспорт дайте мне. Да, пойдите вот туда. Все мы вернем. Не, вы водительское взяли, паспорт дайте мне, все. Вот. Так вам... Ваш водительская, дайте мне паспорт. Что вы там делаете с моими документами? Пусть паспорт отдаст, у него же водительская есть. У меня в паспорте бумажки мои важные находятся. Не надо там тормошить. Ой, Кузнецов, ну паспорт верните мне, пожалуйста. Он вам ни к чему, у вас водительская есть. Все. Вот, бумажки в целости, в сохранности. Ого-го, какой зум большой. Надо поменьше сделать. На полную катушку. Ну что, лейтенант, что там? Странно. Все как-то выглядит очень странно. Чем я вас так заинтересовал? Ну, открыли меня по базе, пробили. С сетью проблемы что-то. Проверить. Отпуска меня! Даже почему? Ну, что мне тут я делать? Я не знаю, нужно проверить, не могу проверить. Почему? Интернета нет? Связь поставила. Это он сейчас мобильный будет цеплять, да?
Ой, а как вас зовут? Вас как зовут? Роман. А фамилия? Рабченко Роман Владимирович. Рабченко. А мне Дмитрий Бубенко. Что ж мне охотиться-то на вас? Это ж, блин, как-то надо... Вот как мне место выбрать, а? Так, чтобы меня не было видно. Ну и так уже достаточно хорошо спрятался. Так, а, сейчас сетка фокус собьет. Такое классное место было, блин. А если вот за тем рулем буду прятаться, вы меня там обнаружите, вот залез туда, на этот трактор? А если вон в тех кустах, вот за трактором тоже? А там вы меня не найдете, я могу там остановиться? Блин, ну там эти кусты будет фокус сбивать постоянно, тоже не буду. А если я с заправки, вы меня точно с заправки не увидите. Блин, эта сетка фокус будет сбивать. Вот с этой заправки вы меня точно не увидите. Росойл. Только оптика там нужна посерьезнее. А зачем за нами ходить? Ну, вдруг вы взятки берете или не берете? Не берете? Ну хорошо, что не берете. Просто хотел проверить, а вдруг берете? Не то, что там пообщаться с вами, просто посмотреть, как вы. Нормально все тут, ненормально. Просто недалеко от меня, до Новокубанска сколько там? Километров 65 где-то, да? Вот я с Новокубанска, просто вы рядом со мной находитесь. Решил подъехать к вам посмотреть. Просто жалко, так много ехал, и так вы меня спалили, вот так вот взяли за руку. В следующий раз буду намного... Так, тихонечко, блин, в следующий раз намного... Не сядь. Намного аккуратнее буду. Блин, я и так вам, и так, и сяк, чуть не на цыпочках, блин, и попался на том, что я повернул, да, вы видели, как я повернул. Жаль, очень жаль. Так а чем я вызвал любопытство к себе? Сколько можем? Минут 15-20, да, здесь находимся? Можно я поеду, а? Отпустите меня, пожалуйста, а? Я хочу домой, я какать хочу. А, капитан. Сейчас он документы вернут и поедет. Я ничего не нарушил, я вроде бы это... Никого не убивал, не хулиганил, не украл ничего. Хочется просто поехать дальше. Забежать в посадку какую-нибудь, покакать, а то, блин... Хочется, знаете как, чувствовать себя немножко посвободнее, свободным человеком. Ну, чтобы вот так вот, без всяких причин меня не останавливали, не подходили. Документы, чтобы не брали. Вот чем мне нравится полиция США, то что без причины вообще ни за что в жизни не подойду. Есть, конечно, там много отрицательных черт,
Если завалят мордой в пол, то хорошенько завалят. Но с другой стороны, без причины, да ни за что в жизни не остановят. У нас в России почему-то как угодно. Вроде ничего не нарушил, вроде. К мне аж вон туда подошли. Тот сарай. И охота вам была туда идти до меня. Хорошее место вообще, классно. Я этот сарайчик, знаете, откуда смотрел? С карты Google я присматривал это место. Такое место козырное, блин. И так легко попался. А зачем его проверять? А с чего вы взяли, что он в угоне может быть? Подозрение такое. У нас очень много скутеров погоняют. Не знаю, чей. Это всех подряд, да, проверяете? Один коду, конечно. Всех подряд проверяете? Всех подряд, ну, может. А мне нужно, чтобы открыли панель. Какой панель? А вот здесь, вот там на раме винтов. Вот это. Вот это? Да. А как она открывается? Ну, тоже знаю. Твердочка. Это просто сама сейчас открою. Буду вам восстанавливать. А как она открывается? Вы знаете? Я не буду это делать. Вы откроете, я не буду. А если я сломаю? Ну, аккуратненько. Блин, я даже не знаю. А как она, если я подцеплю, она вырвется, блин? Не, она на защелке просто стоит. А так нельзя, чтоб надавил куда-нибудь, она вылезла. А, зачем? Ну вы же все время это делаете, сделайте. Я не буду это делать. Вы должны сделать. Я должен сделать. Блин, если я ее сломаю. Да не сломайте, аккуратненько. Давайте, она если я ее сломаю, вы мне. Не, ну как вы сейчас открывать будете, я специально сломаете. 5000 даете, если она сломается? Открывайте. Не, ну я за ней бегать не буду, искать ее. Я не зачем знаю, где бегать? Заказывать. Давайте, если она сломается, вы мне 5 даете. Я не буду, я что, на рынке торговаться. Давайте, давайте. Я не знаю, делайте, что хотите. Мне нужны гарантии, если она не сломается. Она не сломается, я вам говорю. Так чем подтвердите гарантию? Давайте, если сломается, вы мне 5 даете. Да какую 5? 5000 рублей. Я понимаю все это. А где гарантия, что я не сломаю? Ну, вы должны открыть его, ваш мопед, вы же управляете, я не знаю. Так я боюсь сломать, я не хочу его ломать. Что вы начинаете? Аккуратно она открывается, она зашел. Может, где-нибудь в другом месте где-нибудь есть? Там на раме. Я не знаю, ну делайте что-нибудь там. Если в тюрьму, так в тюрьму. Да какая тюрьма? Проверять его, так проверяйте. Вы с ним в розыске нигде ничего не делали. Почему тюрьма? Ну, все-таки интерес какой-то. ПДД вы как бы не нарушаете, у вас права есть, все есть. Нет, ну вы меня прям так. Вин-код нужен. Вы меня аж от того оттуда, аж с того здания выдернули. Ну не я ж туда вас затянул. Вы же сами так туда приехали, в это здание, с какой-то непонятной целью. Так я не знаю, блин, вообще, что вы от меня вообще хотите? Вин-коды мне нужны. Сидел я в том здании, вы мне подошли пальчиком, иди сюда, елки-палки. Попался, блин. Для чего у вас в здании есть? Ну, за вами посмотреть, мне ж интересно, как тут
КамАЗы тут ездят, как не ездят, бесплатно, не бесплатно, блин. Блин, да что ж такое, ну отпустите меня, да я поеду, да и все. Не знаю, как сказать. Можно я поеду, а? Отпустите меня. Нет. Нафиг. Нафиг я вам нужен? Нужен. Пойдемте. А для чего вам нужен? Территория Фархада пришла на съемку. Правда? Да. Это самое. Пойдем. А может не правда? Может быть разрешена? Приказ МВД есть о том, что на территории подразделения съемка запрещена. А я служащий? А что он служащий? Ну он как-то на меня распространяется? Конечно. На меня тоже? Да, включайте, пожалуйста, камеру, пройдем. Ого, я не знал, что на меня приказы распространяются. А какой хоть приказ? 11-й? Пойдемте, я вам объясню, что расскажу. Включайте камеру сюда. Как я к вам пойду без камеры? Давайте здесь общаться, я не знаю. Если вы меня туда не приглашаете, то тогда я вас сюда приглашаю. Ну, здесь, на улице. Или хотите вон там, в коридорчике посидим? В коридорчике не надо. Вы мне права будете отдавать или нет? А зачем? Меня уже и пробили, и по паспорту, и по правам. Когда предоставите документы на транспортное средство, которое утверждаете, что ваше, тогда вам права и отдадут. А зачем? А вдруг оно в угоне? А чего вы взяли? Откуда у вас вообще потому такое подозрение нас, возникло? Потому что у нас знали очень много спутов. Ну не шуми ты, надоел. За что оформлять-то меня?
Ну отдайте мне права, елки-палки, ну сколько их можно? Вы ж меня уже пробили, вам права не нужны. Как не разрук, скутер в угоне. Значит, вы нам будете очень нужны. Сейчас проверят. Если в угоне. А вы тот старше, да? Нет, я оперуполномоченный уголовного розыска. Фамилия моя Штельма. Зовут Виктор Петрович. Штельма Виктор Петрович? Да. Старший уполномоченный? Да, уголовный розыск. А вы кто? А вы не сотрудник ДПС? А вы кто? Меня Дмитрий зовут. А документы есть у вас? Есть, вон у инспектора. Меня паспорт интересует. Зачем? Не водительская, паспорт. Проверить. Да что ж такое происходит? Зачем вам паспорт? Ну я же вам показал удостоверение. Ну. Я вам сказал, откуда я. У вас, я спрашиваю, есть паспорт? Так я... Водительское удостоверение не является документом, удостоверяющим личность. Как не является? Является? Ну ладно, неважно. Зачем? Для чего вам это все нужно? Посмотреть можно? Зачем? Как зачем? Я вас спросил, есть паспорт? Нет. Можете показать? Чем обязан? Почему? Какие основания? Что случилось? Ничего не случилось. Ну тогда нельзя. Как проверка документов? Как? У нас проходит на территории Российской Федерации государственная аэроградная операция. Проверяют. Так вон проверяют мои документы. Хорошо, они проверяют. Я у вас паспорт спросил. Они проверяют водительское ваше. Я у вас паспорт спросил. Да что ж такое? Да блин. Вот мой паспорт. Можно? Бубенко Дмитрий, нет, нельзя. Бубенко Дмитрий Геннадьевич. Прописку показать? Да. Вот где я зарегистрирован. Новокубанск. Можете записать, если я не возражаю. Можете сфотографировать. Не, лицевую вашу. Сфотографирую, сейчас проверю. Новокубанск, Бубенко Дмитрий Геннадьевич, 74-й Дмитрий. Год. Легко и просто пробивается по базе. Сейчас проверим. А с фотоаппаратом что вы снимаете с камеры? А? Я не могу этого сказать. Почему? Цель вашей съемки. Мне не хотелось бы этого говорить. Мне не хотелось бы говорить. Или как? Мне не хотелось бы этого говорить. Почему? А зачем? Отпустите меня, пожалуйста. Ну я хочу какать, блин. Можно я поеду, а? Цель вашей съемки. Видеосъемки здесь. Я не знаю, что придумать. А вдруг я что-нибудь ляпну не то? Ну а вы давайте, чтобы не ляпать. Мы же с вами разговариваем. Давайте тогда ничего лучше не скажу. Ну что там, Кузнецов, никак мои документы не проверил. Вы мои документы проверили? Вы же винтовку не даете мне открыть. Как мы проверим ваш мотоцикл? Пойдемте планку откройте, я проверю винтовку. Вы права мои взяли проверять. У нас вопросы к вашему транспортному средству. Да что ж ты будешь делать? Откройте. Я пешеход, понимаете? Это не ваше транспортное средство. Идите туда пешком, у вас не держат. Так права мне отдайте мои. Права тут. Как я без прав куда-то пешком пойду? Предоставьте винтовку на свой транспортное средство, на котором вы передвигаетесь.
Зачем? Я вообще пешеход. Вы меня не останавливаете. Идите, пожалуйста, пешком. Так права мне отдайте, тогда я пойду дальше. Да, это не ваше транспортное средство. Вот я поеду, вы меня догоните, остановите без проблем. Тогда дам сейчас на транспортное средство и все, что будет. Да когда ж вы меня отпустите отсюда? У нас на территории района совершается угон транспортных средств. Сейчас мы проверим, может, все заполним. Сейчас я с практикой погонок, я хотел вот документы передать на мопед. Давай. В целости и сохранности передаю. Куда? Ему или вам, или куда? Не, вот здесь постой. Если вас не интересует паспорт на мопед, ну тогда что, тогда... Тогда зачем вы меня что-то спрашиваете? Вот я вам сейчас даю паспорт на мопед. Чёрт там? Только КАМАЗов бесплатно проезжает, елки-палки. Да, вот машина, постойте здесь, пожалуйста. Да я все время возле вас и кручусь. Куда ж мне еще деваться? Документы-то у вас не отдаете. Бесплатно проезжай. Никого, никто не останавливает. А. Зайдите, пожалуйста, сюда. Уже полчаса КАМАЗы ездят, никто их не останавливает, никому они не нужны, эти КАМАЗы. Давай, давай, бесплатно езжай. Ну хоть радость у дальнобойщиков будет, что можно ехать свободно. Не хотят меня отпускать. Не хотят. Ладно, буду батарейку экономить. Пока пауза. Сейчас возьму. Где? Сай? Где? Выходите, что опять не так? Ну что происходит? Сюда где-то. Блин, я не знаю, как ответить. Я не знаю, вроде и соврать не хочется, блин, и правду тоже не хочется говорить.
тебя как Зоя Космодемьянская, не буду ничего говорить. В смысле? Ну где вы купили его? Что? Ну отпустите вы меня уже наконец. У меня ж ничего на меня нету. Хозяина скутера, чтобы узнать, что это его, не его, как это. Транспорт наследство, он учет не ставится, поэтому сильно узнать о нем ничего не может. Кроме дуропороса проверить. Ой, блин, да что же у меня. Да сижу я, сижу уже, блин, уже сколько я сижу уже тут с вами. Покормите меня тут хотя бы, что ли. Не имею права с ровного места, блин. С ровного места. Никого не трогал, не обижал, ничего не нарушал. Просто стоял и снимал. А что, нельзя пост снимать? Не обязательно. Подозрительно, да, как-то выглядит? Естественно. Сами все понимают. Так, сейчас я попытаюсь логику разобрать. Если я подозрительно себя веду, вас снимаю, значит мопед в угоне, да? Или, блин, что я запутался уже совсем. Не знаю, вы же не хотите рамку-то открывать, боитесь чего-то, так, сломаться, что-то. Так откройте без меня, я тут постою, и никто не увидит, что вы ее открыли. А вот вы это не надо. Я ж вам разрешаю, я ж не запрещаю ничего. Я просто никогда этого не делаю, просто не умею это делать. Ну а документы где, долго попадать, ничего себе. Так документы вы не хотите у меня брать на этот? Я вам давал, вы не берете. Мне лично ничего не давали. Не знаю. Я вот майору давал. Вы документы вот. На транспортное средство не давали. Че? Да. Шутка местная, ничего. Не знаю. Нормальный документ. Вот печать есть. Чья? Вот. Не молись. Так вы же сами не хотите брать у меня этот паспорт. Паспорт на транспортное средство. Я ж не террорист, я ничего такого плохого не сделал. Ну, вот снимали, чтобы куда-то взорвать. Вы ж не можете с пустого места меня в чем-то подозревать. Ну вы ж не можете просто так. А, за то, что я снимал пост. Вдруг вы искали по неделе, что туда. А. Где можно подойти, что-нибудь заложить. Это основание, да, то, что я пост снимал. Понятно. В общем, тут, мне кажется, тут посерьезнее что-то, чем угон мопед. Если я пост снимаю, значит, я какой-то террорист. А угон мопеда — это ерунда. Вообще, какое отношение имеет одно к другому? Что-то не могу полностью понять. Полностью проверяется просто. А, все как полностью? Одно к другому. Это порядок, да, такой? Порядок, да, такой? Не, у вас порядок... Давайте, я разрешаю, не проблема. Открывайте сами, смотрите. У меня претензий к вам не будет. Если, конечно, не сломал. Чистая сила. Чует, наверное, что? Недруга чует. Я не против, пожалуйста. Если не сломайте, пожалуйста. Я никаких вам претензий к этому не будет. Просто я этого делать не умею. Наоборот, ее если перевернуть, то да будет плоско.
Все? Ничего не подбросили? А подождите, а эту, как она защелкивается? Да что, не умеете? А где она вообще? Не умеете, если, да вы? А, она сбоку, я думал сверху она защелкивается. Она совсем чуть. Как ты надоело уже. Кусает, блин. Ух ты! Здорово. Ой. Я уже как к себе домой, тут уже привык здесь давай сидеть. Как ваша фамилия? Что, моя фамилия Молодец, да хоть не знать кто, а то я даже не знаю. Вы в гражданке, а... Ну... Я вам представился. Вы мои права в руках держите, я не знаю, я даже не держу, кто вы. Права держу сотрудник полиции. А как фамилия ваша? Мавродиев. Мавродиев? Да. А должность какая у вас? Начальник пункта полиции. Это вот этого поста или это как? Это не пост, это пункт полиции. А, начальник пункта полиции, который находится вот здесь, да, вот этот, да? Ага. А права ваша находится сотрудника ДПС. Ага, понял. У меня на территории, поэтому я их взял в руки, ознакомился и передал обратно сотруднику полиции. Ну я понял, хорошо, спасибо. Присядь, куда? О, послушай, кабинет. Объяснение. Дмитрий. Да? Паспорт ваш еще на лу. А, помните, наверное. Да. Куда это все? Где проживаете? Город Кубанск. Нева. Это хутор, поселок? Нет, улица Нева. Город Кубанск, улица Нева. Телефон скажете сюда? Блин, что ж делать, говорить телефон или нет, что ж. Тут графа, телефон, акт осмотра, транспортное средство, ваши данные записи. Блин, так не хочется говорить. Не, вроде надо, а, блин, не хочется. Что записывать? Семейное положение. Я не знаю, что мне делать.
А можно адвоката пригласить? У нас есть адвокат. Позвоните, пригласите. У меня нет адвоката. Можно бесплатно, хотя бы хоть узнать, что мне, как мне быть в этой ситуации. С вами никаких ни действий, ни следственных, никаких вас не проводят. Я вас опрашиваю. Это акт осмотра, транспортное средство. Я не знаю, как мне быть в этой ситуации. Я даже не знаю. Можно говорить, нельзя. Я не знаю, что мне делать. Можно говорить или нельзя, по поводу чего? Вообще, как себя вести и вообще, что можно, что нельзя. Я не понимаю ничего. Я не знаю, как мне быть. Мне бы адвокат, хотя бы проконсультировать. Сам не наказывает вас ничего, вы на вас ничего не заставляет. Может быть, телефончик дадите адвоката, я вам позвоню, а там поговорю с ним, что можно, что нельзя. Как мне быть в этой ситуации? Это вы какие-то бумаги пишете, меня это пугает. Да почитайте все, сейчас объясните. Семейное положение записано у вас в паспорте? Официально работает? Я не знаю, что мне делать. Мне адвокат нужен. Ну, ответьте, официально работаете или нет? Мне адвокат нужен, я не знаю. Да, как для этого адвокат не нужен. Это если вас составляют какой-то момент на вас материал. Я боюсь, что я сейчас что-нибудь ляпну, что это против меня повернется. Официально работаете? Нет, и все. Да, нет. Что такого? Я не буду, без адвоката не буду отвечать. Давайте мне адвоката, тогда будем разговаривать. А вас чем-то обвиняют? Да какие-то бумаги неизвестны для меня пишут, я не знаю, что это за бумаги. Какое-то объяснение, какой-то акт осмотра транспортного средства. Акт осмотра, я же сверял, вы же при вас из номера сверял, списывал, проверял. Транспортное средство не в розыске, по базе проверил. Если это законно, то поступайте так, как считаете законно, пожалуйста. Как мы все ответили. Мне галочка записала, что я именно осмотрел. Вот, тем более, это все снимали. Как-то прилагается, ничего не прилагается? Ничего не прилагается, просто осмотрели и все. А можно написать, что прописью написать, что как-то ничего не прилагается? В случае осуществления осмотра транспортного средства в отсутствие лица, во владении которого оно находится, указать причину. Вы присутствовали. Напишите, пожалуйста, что я присутствовал в прописи. Ну, я же вас туда вписываю. Тут бы данных не было, если бы вы отсутствовали. Хорошо, сейчас еще раз посмотрим. В случае осуществления осмотра транспортного средства в отсутствие лица, во владении которого оно находится, указать причину. Так, ладно, не важно это. Так. Необходимость принятия регистрационных документов. Так, ВИН-код есть, регистрационный знак на мопеде не регистрируется. Так. А кто составлял? Кузнецов. А, у вас даже распечатано? Да, здорово. Хорошо, представился. Копию мне дадите? Сейчас копию сниму, да. Хотя не дается. Но... Все, отлично, подписываюсь. Теперь все это не работает. Ну, тогда верхний ящик. Работаете? Статья 51 Конституции. Знаете? Не свидетельствуйте против себя, своих близких, родных и все остальное. Ну, в частности, вы против себя, своих и близких. Это объяснение. Я вас не допрашиваю. Ничего. Мне просто кратко вас надо спросить.
Так, сейчас, подождите, это 51-я статья, то есть я могу не свидетельствовать против себя, да? Это, сейчас, я подумаю, это значит, как получается? Это значит, я вообще ничего не могу говорить, да? Можно я ничего не буду говорить? О, прикольная статья, мне нравится. Тогда, конечно, я ничего не буду говорить. Блин. Классная конституция, такую статью классно сделали. Мне нравится. Я тогда ничего не буду говорить. Вообще не буду никак свидетельствовать против себя. Статья 51 конституции. Никто не обязан. Первая часть. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определен федеральным законом. А какой круг определен федеральным законом? Но мы сейчас говорим о вас. Вы ни в чем не обвиняетесь, ничто. Я у вас просто интересуюсь в данной ситуации. Вы же не свидетельствуете какого-то, вы же не надо... Не, я ничего не хочу говорить, а вдруг ли я стану моментально нарушителем, что-нибудь ляпну, а потом ой-ой-ой. Давайте я... Вас моргает сильно. А, это? Да. Давайте, знаете, как пишем, что я вообще ничего не сказал, быстренько подписи поставим, и я побегу там покакать, то, блин, я уже тут долго. От дачи пояснений вы отказываетесь какие-то? Да. Вопрос, вы откуда едете, куда? На скутере, да? Это мой вопрос. Вы ехали, передвигались на скутере. Угу. Правильно? Откуда вы куда? 51-я статья. Если так получится, я с этой точки в другую точку ехал. Потом бах, там оказывается какой-то похожий на меня человек тоже где-то в этой точке побывал, что-то украл и, возможно, направляется в эту точку. Ой, блин, не, лучше 51-я статья, я лучше ничего не скажу. 51-я обязательно. Вы отказываетесь? Да, я вообще от всех показаний отказываюсь давать. Можно так и написать, что я полностью отказался давать все показания. Вы разгадать не хотите, ну или там 51-е, или что-то пояснять вообще, да? Угу. Цель вашего визита здесь как-то. Ну ничего. Съемка. Не, если все это обнаружится, мне в ВСДПе там накажут. Так, Бубен, так это я старший оперуполномоченный ОУР МВД России по Кавказскому району, майор полиции Штырма В.П. Опросил гражданина Бубенко Дмитрия Геннадьевича, уроженец Омск, Новокубанск, все верно. Статья 51-я. Конституция не разъяснена, и понятно. Я, Бубенко Дмитрий Геннадьевич, отказываюсь давать какие-либо пояснения. Да? Здесь пишите. С моих слов записано, верно.
Верно, мною прочитано. Или знаете? Мною прочитано. Замечания есть, дополнения, может что-то написать хотите? Нет. Я не знаю, что мне писать, поэтому... Замечания и дополнения нет. Нет, я не хотел бы этого писать, что нету замечаний, дополнений. Я просто не знаю, как мне можно писать или нет. Я хотелось бы мне... Просто мною прочее. Ну, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Свое. Полностью или сокращенно имя, отчество? Можете. Подпись. Число. Сегодня 9. 10 месяц. Угу. Мне права, документы отдадите? Да, сейчас вас доставят в отдел, проверят вас на предмет причастности к террористической деятельности. Потом... В отдел меня повезут? Да. Здравствуйте, приехали. Да что ж такое происходит? Вы проверили транспортное средство? Вы мои по базе меня пробили? Почему вы сейчас хотите меня в отдел отвезти? Я вас не хочу отвезти, я вам просто объясняю, что дальше. Мне лично все равно. С какой такой причины? Я вас туда не повезу. Ваши подчиненные меня туда повезут. Нет, с какой такой причины? Это не мои подчиненные. Вы не знаете, почему они меня туда будут везти? Ну, знаю. Так объясните, почему. Но вы же старше этого поста, вы же начальник поста. Это не пост, это пункт полиции. Ну, пункт полиции, да. Так объясните мне, как начальник пункта сейчас полиции. Повезут вас, все объяснят. Что происходит, ребята, вы с ума посходили или нет, что? Почему? Какой отдел полиции? Кропоткинский отдел полиции. Охренеть можно. Что за чудотворство твое такое? Не выражайся, держитесь все. Да я ни одного мата не сказал. Как вы думаете, я буду сейчас возмущен или нет? Это вы думаете, мне приятно слышать, что я сейчас в отдел полиции поеду? И что? Мой мопед будет без присмотра стоять? Присмотр, не переживайте. Отстранение транспортного средства мне выпишете? Я вам не могу ничего выписать, потому что я не сотрудник ДПС. Если не понял, будет сотрудник ДПС. Мой мопед здесь стоит, без присмотра. Мне хотелось бы... Отстранение от мопеда. Мопед, где вы его там бросили, он там тоже без присмотра стоял. Вы за это не переживали? Так, ладно, пауза пока. Документы мне возвращаться будут? Еще раз повторяю. Моя личность выяснена. Как это нет? У вас паспорт, вы мой смотрели, мы бумаги оформляли. У вас были мои права. Почему мы едем в отдел? Вы потому что тайно снимали подразделение полиции. Да какая разница, основания... что я тайно да, снимал, что я не тайно? Подождите, у нас есть... Какая разница, тайно я снимал, не снимал? С какой целью вы снимали? Вы меня что туда везете, я не понимаю. С какой целью вы снимали? Какая разница, ну, хотел, снимал. Какая разница, отказываюсь отвечать. Присаживайтесь в машину. Куда присаживаетесь? Машину, полицейскую, взять. Вы мою личность установили. Если я вам зачем-то буду нужен, будьте добры, повесточку мне. Вот, по моей личности, по адресу. Вам говорит, присесть в машину. Мне в отдел совсем не нужно ехать.
Тут как бы решают сотрудники. Повесточку. Если что-то там, какие-то повесточку, подозрения возникнут. Вызвал сотрудник полиции, вас лично он вызывает. Повесточку, пожалуйста. В отдел ехать нет необходимости. Присаживайте его. В отдел ехать нет необходимости. Почему? Моя личность выяснена. Что-то не так, пожалуйста, повесточку. Да не повесточку. Я вас в чем проблема? Я не хочу туда ехать. Я не собираюсь ехать в отдел. У вас есть документы на транспортное средство, на котором вы передвигаетесь? Это незаконно. Вы мою личность выяснили? Выяснили. То, что вы хотите, это ваши проблемы. Я не хочу. У вас есть документы на транспортное средство. Я не собираюсь туда ехать. Хоть вяжите, хоть что делайте. Я туда не поеду. Насильно меня закидывайте в эту машину. Я хрен поеду. Хотите насильно забрасывайте, хотите как хотите. Я отказываюсь вообще садиться в эту машину. Вы мою личность установили. И по паспорту, и по водительскому, как угодно. Не нравится повесточка, я не сяду в эту машину. Насильно меня запихивайте. Отдавайте мои документы, я поеду. Документы будете отдавать? Вы меня полностью проверили. И так, и сяк. В чем проблема? Чего документы не отдаете? Останови, понятых. Для чего, понятых? Потому что я в машину не захочу садиться. Конечно. Вы отказываетесь выполнить закон, действия сотрудников закона. Она незаконная. В чем он закон? На основании какого закона? У вас нет. Расскажите. Секундочку, вам объясняю. У вас нет документов, подтверждающих право владения транспортного средства, на котором вы передвигались. А я обязан их иметь? Конечно, при себе. Обязаны. Чем? Я вам еще раз объясняю, что у вас нет документов. У нас прошла серия краж таких мотоциклов, на которых вы передвигались. Чем я обязан иметь при себе документы? Расскажите мне. Какой закон мне это? Правилами дорожного движения. Какой если пункт? Если вы передвигаетесь, какой пункт? Расскажи если мне. Если вы передвигаетесь на транспортное средство, вы обязаны иметь документы. Пункт по ЭДД, пожалуйста. 2.1.1 право дорожного движения. Разрешаю. Полиции вы обязаны предоставить документы на транспортное средство. Капитан, и право управления. Не обязан. Обязаны. Нет. Откройте право дорожного движения. Вы понимаете, что вы сейчас очень серьезные последствия готовите себе. Вы меня сейчас хотите задержать машину за то, что я не имею регистрационных документов на мопед. О том, что вы обязаны предоставить документы. Вы не знаете пункт 2.1.1. Его нужно знать, капитан. Это очень плохо, что вы его не знаете. Почитайте, подумайте перед тем, как делать эту ошибку. Вы меня сейчас хотите в отдел доставить. Я вам советую, я не шучу. Я не шучу, почитайте 2.1.1. Иметь документы. Не обязан, я вам говорю. И на право управления. Кто ответственного вызовите? У нас конфликтная ситуация. Давайте мы, прежде чем ехать в отдел, решим с ответственным. Кто ответственный? В отделе вас встретят ответственным. Сможете высказать ему. Я в отдел не хочу ехать. Вы вообще. Ваше доставление в отдел незаконно. Ну обжалуйте его. Давайте как это обжаловать? Вы мне сначала в отдел отвезете, а потом будем обжаловать. Да. Ответственного можно сюда? Что, ответственным будет каждому, кто вот хочет увидеть, что ли, бегать? Да пусть хоть кто-то 2.1.1 почитает. Ну пойдемте почитаем. Что там говорится? Давайте почитаем.
Роман. Блин, мне вас учить, что ли? Что такое 2.1.1 или что? Пошли читать. Подождите, вас туда никто не приглашал. Сейчас вас попросят пройти, вы туда пройдете. Да надо... куда хочу, туда и захожу. Приглашайте вы меня сюда, не приглашайте, блин. Правила тут какие-то устанавливайте. Сюда можно, сюда нельзя. Устроили тут режим, блин. Пошли 2.1.1 почитаем для начала. Чтобы вы хотя бы знали, больше так никогда не делали. Да вы сейчас действуете противозаконно. Как это, ведите себя спокойно? У нас есть основания подозревать, что этот скутер принадлежит не вам. Может, вы его... проверили? Вы проверили. В чем проблема? Он в угоне? Нет. Вы его прятали зачем-то. Он числится в угоне. Вы его прятали на территории заброшенного здания. Он числится в угоне. Еще не проверили, у нас здесь базы нет. Сейчас по делу доставим и там будем проверять. У вас мои данные есть. Вы почему? Меня можете по адресу вы найти. Вы прятали транспортное средство на территории заброшенного здания. Не прятали. Вы прятали. С чего это вы взяли, что я его прятал? Ну потому что он у вас заброшенное здание. Вы там пытались спрятать его. У меня у нас вот половина сотрудников светили, что вы это делали. Это какие-то это фантазии. На вашей камере это запечатли. Это фантазии какие-то у вас разыграли. Что я там прячу. Прячу, не прячу. Да что хочу, то и делаю. Даже если и прячу. Даже если и так. У вас нету документов на него. Что хочу, то и делаю. Я владелец, и что хочу, это мое транспорт. Покажите документы, что вы владелец, и вы поедете. Я не собираюсь вам его показывать. Зачем? Все. Я не обязан этого делать. Если вы не понимаете, что я обязан, а что не обязан. Вы сейчас делаете очень грубую ошибку. Как ничего? Вы сейчас меня собираетесь задерживать, вести в отдел. Вы понимаете, что это незаконно? Вы что мне объясняете? Я вас задерживаю. Давайте 2.1.1 почитаю. Сейчас сотрудник ДПС со счет нужен, мы его почитаем. Хотя он вам уже разъяснил. Вы здесь старший. Вы я хоть можете... начальник пункта полиции, не путайте. Вы начальник пункта полиции. Да. Вот этот пункт полиции, которого здесь находится, на котором мы разговариваем. Да. Это ваши подчиненные? Это сотрудники ДПС, которые... Они ваши подчиненные или нет? Нет. Сотрудники ДПС. Понятно. В общем, вы здесь ни при чем, да? Старший, кто здесь есть среди вас? Что вы хотите? Старший мне нужен. Ответственный нужен. Можно вызвать его сюда? Вызывайте. Если... Территория открытая полиции, идите, передвигайтесь, пожалуйста, с моего разрешения. Вам указали место, где находиться? Находитесь, пожалуйста, там. Здесь надо вольное хождение. С какого перепуга? С такого перепуга, что я вам об этом говорю. Пожалуйста, вот вам указали место, где вам необходимо находиться. Встаньте, пожалуйста. С какого перепуга я тебя должен подчиняться не вообще? Не тебе, а вам. Я с вами на вы разговариваю. Да ты заслужил доверие сначала. Вы меня тут что делаете? Вы что, издеваетесь ну, тут надо мной или что? Отпускайте меня, вы все проверили, я могу ехать. Что вы тут проверяете? Вы все проверили. Что не так? Что еще нужно проверить? Я уже объяснение писал старшему оперу уполномоченному. И там давление, и досмотр проводили. Что еще не так? Осмотр, не досмотр. Ну осмотр, какая нахер разница? Ответственного вызвали? Сейчас. Вызывайте. Не знаете законы, буду вас учить. Уже больше часа находимся на посту. Ни одной машины не остановлено. Ни одной. Почему машины не останавливаете? Что происходит? Уже больше часа ни одной машины не остановлено. Сотрудник ДПС где находится сейчас? Проверяет ваши документы, правильно? Все заняты только мною. У вас других сотрудников нету. А зачем вас столько? Для чего здесь? Почему вы не выполняете свою функцию, которую вам доверило государство? Ваш пост без присмотра уже больше часа. Что происходит? Вас здесь сколько?
Да вас тут человек 7 или 8. И вы не, и некому останавливать машины, проверять. У вас ориентировки есть? Есть. Почему вы даже на номера не смотрите, кто проезжает? Пофиг вообще, блин. Или вы не знаете, что вам нужно делать? Вам хотя бы на номера машин надо смотреть, кто проезжает. Хотя бы там. Ой, где вы там есть-то, блин? Есть-то хоть живой на этом посту? А чё, никого тут нету? Где Кузнецов? Что? Кто мной будет заниматься? Кто? Кого сейчас спрашивает? Сейчас сотрудник, кто вас опрашивал, присядь. Пока не только, не тут молодочку. Присядь на стульчик. Кто вас опрашивал? Вот здесь на стульчик присядь. Что вы тут попрятались все? Есть кто живой? Сейчас он выйдет, выйдет. Подзакрывались, подпрятались, блядь. Будем 2-1-1 считать? Я говорю, сейчас вам отдадут документы, сейчас проверят, отдадут документы. Сказать, зайти, присядьте. Хотите, присядьте. Так, места позвонят. Капитан, вот вроде ты как постарше по погонам. Вот подскажи, почему стоп-контроль, никто его не присматривает за этим знаком. Нет. Почему полицейский не находится возле стоп-контроля? Ни с этой стороны, ни с той стороны. Вот машины останавливают, они не дожидаясь ваших распоряжений, продолжают движение. Почему? Вот я 2 часа тут нахожусь. И за эти 2 часа ни одного не видел полицейского, кто бы стоял возле этого знака. Почему эти знаки не под контролем полицейского? Почему? Это не знак стоп, это знак стоп-контроль. Возле него должен стоять полицейский. Разве не так? Почему это в течение 2 часов не происходит, вот пока я здесь нахожусь? Вы же ответили на твой вопрос, если ты говоришь. Я не обязан отвечать на вопрос. Что? Не обязан, согласно правду. Я не обязан. Так все, что я обязан, я предоставил. Нет, ты что сказал? Я не обязан ничего вам предоставить. То есть вы не обязаны мне ответить, да, на этот вопрос? Вот. Не, ну вот хотя бы так вот, просто пообщаться. Вот мне интересно, у вас какие-то события происходят, и вы вроде как бы не обязаны отвечать. Знак без контроля стоит. Почему я там не вижу полицейского? У вас тут 1, 2, 3, 4, 5 человек только на улице находится. Еще там внутри здания сколько сидит. Почему никого из вас возле знака не находится? Никого нету там. Почему? Вот я вам сейчас, хорошо, давайте разговор направим в другое русло. Я вам сейчас делаю замечание. Вы будете реагировать на мои замечания? Может, кого-нибудь все-таки поставить возле этого знака, который будет управлять этим знаком? Не самим знаком, а движением. Или не будете этого делать?
Водитель обязан остановиться для чего? Для стоп-контроля. Правильно? Он останавливается. А дальше какие распоряжения? Да никаких, водители сами проезжают. Почему вы не даете эти распоряжения водителям? Вы должны... Машина обязана остановиться, водитель останавливается. Вы должны ему жезлом показывать, проезжайте дальше. Или будьте добры, остановитесь. Или я что-то неправильно говорю? Разве не так должно быть, когда знак стоп-контроль стоит? Стоп-контроль для того, чтобы транспортное средство двигалось в движении, во время движения до полной остановки, инспектор имел возможность визуально смотреть транспортное средство, находясь в нем лиц. Правильно. Это насколько я знаю. Правильно? То есть знак стоп-контроль может быть бесконтрольный. Там полицейский не обязан находиться, да? Полицейский не обязан находиться на знаке. Он обязан обсмотреть и визуально увидеть транспортное средство, находящееся в нем лиц. Полицейский не обязан давать распоряжения водителям, которые останавливаются возле знака стоп-контроль. Я правильно вас понимаю? Водитель обязан требования знака выполнять. Он выполняет. Все. А вы свои функции выполняете? Обязательно в порядке. Я не вижу вас возле того знака. Как вы не видите? Он находится без, не под контролем. Полицейский не обязан около знака находиться. Я вам еще раз говорю, нет таких обязанностей. Он обязан давать распоряжениям водителям, которые останавливаются возле знака стоп-контроль. Посмотрите правила дорожного движения, у вас водительские есть. Посмотрите, пожалуйста. Можно прочитать. Ясно. В общем, у вас не под контролем этот знак. Ну, я понял. Я, в принципе, вот... У нас под контролем, нет такого под контролем. Если у нас... довелось разговор завести в это русло, хорошо, я вам делаю замечание. Я так понимаю, что вы на него реагировать не хотите, правильно? Я вам, капитан, давал это замечание. Вы на него не реагируете, правильно? Хорошо. Вопросов нет. Кузнецов, ну что там? Что со мной? Вы меня останавливаете, что вы? Вы меня там проверяете, что? Что со мной? Вы только что проникли на территорию здания принадлежащего человеку. Сейчас сюда человек приедет и скажет, разрешал вам проникать на территорию своего здания либо нет. Кто? Собственник этого помещения. Собственник этого помещения? Вы что, издеваетесь надо мной, что ли? Ну, вы на мотоцикле, на котором у вас нет документов, проникли в здание, которое принадлежит другому человеку. Сейчас мы разберемся в этой ситуации. Ребят, вы с ума не посходили там случаем? Для чего вы туда заходили? Для чего туда заходили? Чужая собственность. Это чужая собственность. Да какая разница, где она огорожена, эта собственность? Это дом, здание. Вы что тут, ребята? Проникновение путем свободного доступа. Ребят, да у вас фантазия совсем разыграла что-то. Сейчас мы все факты установим, как вы здесь оказались, что вы там делали. И, пожалуйста, если у вас все хорошо, вы поедете дальше. Ну смотрите, уже меньше 40 минут осталось до 3 часов. Вы же это понимаете? Как только вот эти 40 минут сейчас пройдут, будьте добры, протокол задержания на 48 часов. Вы же понимаете, что через 40 минут мне нужно писать протокол задержания. 3 часа уже подходит к концу. То есть с какой целью вы проводили съемку, тайную съемку? Отказался дать информацию. Вас это не должно касаться. Вот так. Вот так предназначены вас... для предотвращения проникновения на территорию Краснодарского края лиц террористической направленности. Вас... Может, вы принадлежите к этим лицам? Вас это не касается. Касается. Может, вы негласно собираете информацию для передачи его кому-то третьим лицам? Кому? О работе этого подразделения. Кому интересно? Сейчас будем выяснять. Но какие могут быть предположения? Для этого вы проникли на территорию здания, которое принадлежит третьим лицам незаконно. Сейчас человек приедет, хозяин здания, скажет, я ему разрешу, ради бога, собирайтесь, езжайте. Что за фантазии? Какой хозяин заброшенного здания? Почему заброшенного? Откуда знаете, что оно заброшенное? Там ни окон, ни дверей, вообще ну, там ничего крыша, нету. Крыша есть, это навес. Ну и что? Ну и что? Там какой-то замок висит, который я взламывал, или что? Нет, есть путем свободного доступа понятия.
Ну вот, путем свободного доступа, путем свободного я туда доступа, и попал. Если у человека приезд, я разрешил тому человеку проникать туда путем свободного доступа, ради бога. С этого заброшенного здания удобно за вами наблюдать. Ну вот, вы потом объясните нам цель вашего скрытого наблюдения за подразделением полиции. Просто... Если вы борец справедливости, пожалуйста, приедьте в установленном законном месте, остановитесь, снимайте. У вас от вас же никто не скрывается. Вот так вот, да? Да. Откуда меня будет видно, да? Ну, ради бога, а что? Ну вот у вас и сейчас видно. В том-то вся и проблема. Когда меня видно, вы начинаете действовать по закону. Когда не видно, я все прекрасно вижу, как что вы действуете. Что вы видите прекрасно? Если вы что-то видите, пожалуйста, у нас есть надзирающий орган, пишите заявление, что вы пускай рассматривают. Интересная у вас какая-то фантазия, да, сейчас вы хотите пригласить сюда владельца этого здания, да, якобы я вас снимал из чужой территории. Не то, что чужой территории, вы проникли на территорию здания. Заявление было. Сейчас человек приедет, если будет, то как бы. Нет, она была или не было? Вот сейчас такой вопрос. Ну, понимаете, если я кого-то за руку поймаю в чужом доме, мне не надо заявление какого-то собственника. В чужом доме, где нет ни окон, ни дверей, да? Это чужая собственность. Ох. Вот это вы интересная штучка придумали. Вот уж не думал, что у вас фантазия так далеко зайдет. Мне же надо, чтобы вы уехали, потому что украли, а потом у меня заявление родилось, что мы вас видели и отпустили, правильно? Вы понимаете, вы только привлекаете к себе внимание. Вот этим вот сейчас методом, который... Подожди, изначально вы привлеклись к себе внимание. Вы ж можете понять о последствиях того, что вы сейчас делаете? Вы угрожаете, что ли? В смысле, чем? Законом, что ли, угрожали? Вы говорите, понимаете о последствиях. Обоснуйте, какие будут последствия. Расскажите, пожалуйста. Вы сделали... Зачем двояко тут разговаривать? Вы сделали очень много противозаконных вещей. Какие, допустим? Ну, во-первых, что я здесь делаю? Вообще, для чего? Я вам объясню, что вы здесь делаете. Вы проникли на территорию здания, принадлежащего третьим лицам. Заявление было? Сейчас приедет сотрудник, вернее, хозяин. Если будет заявление, то, естественно, вас задержат. Хорошо. Я там с какой целью мог находиться? Я не знаю, с какой целью находиться. Вы не знаете даже это... Вы меня задерживаете, не знаете, за что задерживаете, вас, да? Вас попросили объяснить, что вы там делаете. Вы воспользуетесь 51 статьей Конституции. Значит, мне предполагать остается только. Если, вот смотрите, если чья-то земля... Дайте объяснение, что вы там делаете. Сейчас я вам, например, объясню. Если где-то чье-то поле, там он посадил капусту или огурцы или еще что-то, я прохожу по этому полю. Это получается, что я не имею права, да, по этому полю ходить? Не имеете. Так вам за поле не говорят. Вас вам же за поле не говорят. А в здании что, люди живут или что? Или там что-то ценное есть? Жилые помещения. Или там что-то ценное есть? Есть понятие жилые, я не знаю, есть там ценное что-нибудь или нет. Это сейчас собственник приедет. Вот, вы даже этого не знаете. За что задержите, вы меня не знаете. Сейчас собственник приедет, скажет, что там что-то было ценное и пропало. Тогда будем разбираться иначе. Будем смотреть, что делать дальше. Мне непонятно, зачем вы это делаете. Так нам непонятно, зачем вы это делаете. Мы же к вам не приехали, я, в Кубанск не стали. Я не скрываю того, что я выбрал место в заброшенном здании, чтобы за вами наблюдать, чтобы вести фиксацию. С какой целью? А вот это уже другой вопрос, не важно. Нам не важно. Ну а так, вас это не касается. Ну, нас касается то в прямом смысле слова. У нас режимный объект здесь. Давайте уже, отпускайте, давайте мне документы, нет, я поеду. Сейчас приедет собственник, сейчас мы разберемся и туда... Полчаса осталось, есть... 2,5 часа мы здесь находимся. Полчаса, о чем вы говорите? Вам... Что? Да. Что? Сейчас сколько время? Телефон далеко. 11:35. Вы меня во сколько задержали? Не помните? А я помню. 9:15. И даже чуть раньше. В 9:15 я уже здесь находился, на посту. Составляйте протокол задержания. Будем сидеть в тюрьме. Без проблем. Хотите так? Давайте так. Еще жестче? Давайте еще жестче. 2,5 часа уже прошло. Полчаса у вас только осталось. Полчаса. Свыше 3 часов вы не имеете права меня задерживать. На этом посту. Хотите
дальше меня задержали. Пишите протокольчик, задержание, доставление. Что там с мопедом будет, я не знаю, эвакуация или что. Ну и все прочее. Хоть бы кто-то мне смог что-то сказать, что я что-то нарушил. Вообще, что я нарушил? Почему я здесь нахожусь 2.5 часа? Вам же объяснили только что. У какого-то полицейского разыгралось воображение, что я там где-то что-то непонятное, что я там делаю. Ну, и чё? Вы не дали пояснения. А почему я должен его давать? Вам же пояснили. Вы уходили с ним. Какие должны быть основания? Достаточные, правильно? Достаточные. Они у вас недостаточны. Вам 50-я статья знакома, закон о полиции? Конечно. Первый пункт. Ну, любой гражданин имеет право осуществлять общественный контроль. Потому что не говорят, что у меня стоит, у вас никто камеру не забирает, не говорит. Пожалуйста, подъехали, стали... Знаете, о чем это говорит? Ну, знаете, о чем это говорит? Там скрытые какие-то контроли, чужие здания заходить, где-то что-то там, лежанки какие-то. Пожалуйста, никто же не запрещает. У нас также подъезжают ребята. Мы говорим, хотим постоять, посмотреть, как вы работаете. Да не против, стойте. Ну и толку, что они постоят посмотреть. Не нарушая ПДД, стали на место. Ну вы просто будете действовать по-другому, да и все. Это ни к чему не приведет. Ничего не меняет. Чтобы вас за руку поймать, нужно снимать вас из-за этого. Ловить за руку или ловить за справедливость? Не важно. Ну так вы определитесь, кто вы. А это не одно и то же? Нет. В моем понимании, в моем личном понимании, это одно и то же. Ну, так это ваше личное. Мы спорим. Вас никто в этом не предупреждает. Если у вас искреннее, другое мнение, я буду просто счастлив, если было бы так. Я был бы рад, если бы это действительно было бы так. Обыкновенное человеческое мнение. Никто не будет. Все, что от того, понимаете, ну, достаточно простого, понятно, у вас там определенная своя жизнь, у меня своя, у этого человека своя жизнь, у каждого своя, у него своя работа, у меня своя работа, у вас своя работа, у вас своя жизнь. Ну, вы такой же человек, правильно? Ну, да, у меня тоже вот своя деятельность, тоже. Своя деятельность, не спорю, у каждого свою. Достаточно просто элементарно, если вы там отходите. Да хоть, пожалуйста, приехали или так же стали. Ну, достаточно того, если бы я просто так ходил бы. Да, да, да вот вся проблема, то, что я вас снимал оттуда. Да и ходили бы просто так. Ну да, вот вы так. Вы можете целый день завтра приехать, сегодня приехать можете, целый день походить. Вот так я могу ходить. Да, вы сегодня дозвонились. Сейчас вам необходимо будет проследовать с нашими сотрудниками отдела полиции. И там у вас будет дознаватель брать объяснение. И вас ознакомят с документами по поводу... Пусть приезжают сюда. Да сюда никто приезжать не будет. У нас там дежурная часть находится. У нас здесь дежурная часть. У меня нет желания туда там ехать. Вашего желания никто не спрашивает, к сожалению. Как это никто не есть спрашивает? Есть законное требование сотрудника полиции. На каком законе оно основано? На законе полиции. Пожалуйста, значит, вы сейчас, если просто... Подождите. Понятых, вас удостоверят силы. Давайте сначала удостоверимся законность вашего требования. Законность нашего требования будете обжаловать, если считаете, что он незаконный. Нет. Вы мне сейчас назовите... Вас поймали на территории здания, принадлежащего третьему человеку. Как это так поймали есть? Меня там? Легко, как? Вас оттуда доставили сюда. Заявление было? Есть уже заявление. Появилось. Уже есть? Ну, могу я ознакомиться? Так сколько вас будут ознакомливать? Нет, сейчас. Вот сюда судью прокурора пригласить сразу. Пусть сюда приезжают, я не хочу туда ехать. Я обязан туда ехать? Да, вы обязаны проехать в отдел полиции. Там есть дежурная часть, там дознаватели. Кто вас тут будет опрашивать? У меня нет желания туда ехать. Так я вам объясняю, что ваше желание не спрашивает. Ну, применяйте физическую силу. Давай, понятие постановлено, это будет физическую силу. Согласно
Я какой-нибудь закон нарушил, чтобы меня туда доставлять, или нет? Вам же пояснили, что вы сейчас курите, опять же, да? Вам почему-то сейчас объяснили. Есть собственное здание, который... Написал заявление, да? Да. Ага, вот так вот. Он без вашего ведома пришел и сам заявление написал, да? Я не могу вам пояснить. Или вы как-то повлияли? Не могу я пояснить, чего ведома. Я нахожусь здесь с вами, я вам поясняю. Вот мне интересно на этого хозяина здания посмотреть. Вы просто сами усугубляете ситуацию. Что вы тут фантазируете? Мы фантазируем, это вы фантазируете. Левый снова кубанская, зачем-то спрятаете, вот, снимаете. Есть. Лазите по чужим зданиям. Ездите на мотоцикле, на котором у вас нет документов. Ну как, мы фантазеры, ну что? Причем здесь вот мопед, то что... Он не подлежит регистрации. Да, вы же понимаете, прекрасно, что мопед уже ни при чем. Ну, так нам необходимо установить, как бы, что вы делали в этом здании. Почему я узнаю об этом только сейчас? Почему мне сразу об этом не сказали? Почему? Не додумались раньше, да? Ну, за что меня задерживать, да? А вас еще никто не задерживает. Вас сейчас доставят, проверят по всем базам. Значит, если будет у собственника, как бы, собственника определиться, что... Протоколчик доставления. Доставление будет протокол составлен непосредственно там. Ну, если вы хотите, чтобы сейчас было, как бы, не совсем было хорошо, вы же, наверное, нормальный взрослый здравомыслящий человек. Проехали, у вас нет вопросов. У меня нет желания тут. Так вы... вашего желания никто не спрашивает. Просто ваше требование незаконно. Почему он незаконно? На каком законе оно основывается? На законе полиции. Какая статья? Сейчас, подождите. Хотя бы без пунктов. Почитайте, если время есть, почитайте, что я нарушил, и без проблем. Если требование будет законно, то я же сам побегу в машину, запрыгну. Знаете, вот есть в Конституции 27-я статья, которая дает право любому гражданину, находящегося законно на территории Российской Федерации. Я незаконно нахожусь? Или законно? Вы? Да. Ну, вы гражданин же Российской Федерации. Да. Законно. Законно, да? Да. Так что мешает мне свободно передвигаться? Передвигаться ничего не мешает. Вот когда я буду незаконно находиться, да? Тогда без проблем. Без проблем. Ну, как же, надо увидеть чужие здания, помещения, согласитесь, по закону? Я нарушил закон? Не я ничего не нарушил. Это чужое помещение. Это чужое здание. Да какая разница, чужое оно, не чужое. Оно в открытом пространстве находится. Все здания находятся, это здание в открытом пространстве находится. Вы уходите и не закрываете, да, и эта дверь. Это, двери не закрываете, она даже, находится без присмотра. Двери даже может и не быть. В этом здании, насколько я понимаю, да, всегда должны находиться сотрудники полиции. Всегда. Где всегда находятся? Ну, что вы говорите, что оно в свободном доступе? Нет, оно сюда свободно, сюда может любой прийти. Никому здесь не отказано, пожалуйста. Хотя не каждый, вот знаете, я на одном посту был, там я заходил в этот пост. Вообще без контроля. Ну, сотрудники ночью спали. А я у них там лазю по посту. Они сидят в машине, спят. Тарахтел. Это не секрет, где же было? Новокубанске. Новокубанске есть пост полиции? Заброшенный пост. Сейчас он все время там находится под контролем. МРЭО номер 7, город Новокубанск. Гражданина, и гражданин просит проверить. Разрешение он вам на это не давал, на проникновение в ООО помещение. Какие проблемы приехать сюда? Кого? Кому? Вот да, кому это надо? Все ждут, все здесь, вы сейчас поедете в отдел. Кому это надо? Почему я должен ехать в отдел? Ну, потому что там находится дежурная часть, там есть дознаватель. Потому что, наверное, вы проник. Ну. Куда проник? Как понять проник? Свободным доступом зашли туда. На мопеде проник, заехал. Мопеда тоже. Там что, шлагбаум был или что там шлагбаум было? Шлагбаум не обязательно. Как понять, проник? Я имею право у себя дома даже забора не ставить. Если я туда на мопеде это проезжаю. Я уже не говорю, что я там, блин, подкрался туда как-то или что. Я туда свободно заехал. Туда. Ни забора, ничего нету, блин. Вот вы даете. Сейчас по обращению гражданина будет проведена проверка. Соответственно, после проверки, ради бога, вас отпустят, если там ничего дополнительного не нужно.
Вам надо было это раньше делать. Просто 3 часа истекает уже. Ну как это нету? Ну а сколько, по-вашему, сейчас времени прошло? Зачем вы говорите специально на камеру то, чего на самом деле не было? Ну как это не было? В 9.15 меня здесь не было? Подождите, я не знаю, где было 9.15. Ну, вы не знаете, да? Нет. А я знаю, я тут был 9.15. Ну, может, вы там сидели в засаде в 9.15? Когда вы меня задержали? Время скажите. Я не знаю, здесь протокол вашего задержания. Вас пока проверят документы, пока все. Ну, это важно. Когда вы меня задержали? Никто не хочет говорить, когда вы меня задержали. У вас документы проверяют сейчас. Вас фактически задержали на месте совершения правонарушения, возможно. Понимаете? Вас же не ограничили куда-то, вы не... Вас же не связали, что вы свободно передвигаетесь. Сейчас мы установим... Я могу ехать, дайте мне права, паспорт, я поеду. Ваши документы еще проверяют. До сих пор. До сих пор. 2.5 часа проверяют. Даже больше, 2.5 часов. Да, ребята, вот так вот, да, значит, вы привлекаете к себе внимание. Одиннадцать 48. 2:15 я уже находился здесь. Примерно за 10 минут, примерно в 2:05, ко мне обратился лейтенант Кузнецов. Так или не так, или я что-то неправильно говорю? 2:05 лейтенанта Кузнецова здесь не было. А когда он здесь был? Ну, он заступил здесь где-то с 8 утра. Ну? 2:05 его здесь не было. Ой, в 9:05, я прошу прощения, да, ошибся. В 9:05. Примерно. Ну, я точно знаю, что не позже, чем 9:15. Сейчас 11:49. Вот. Знаете, вот я, наверное, не смогу доказать, что я здесь провел 3 часа. Наверное, никак не смогу доказать. По факту. Ну вы-то подумайте, как вам лучше действовать. По факту будем действовать. Потому как я не смогу доказать. Или как вы считаете обязанным действовать. Вы скажите, как есть. Я говорю, как есть. Что такое? По факту действует. Действуем мы сейчас в данном момент. Я не смогу доказать, что я здесь находился более 3 часов. А вы как считаете, как вам нужно действовать? А еще что действует? Вы не поняли, да, то, что я сейчас сказал? Не понял. Понятно. То есть вы не будете, да, так действовать, как считаете нужным по закону действовать? По закону будем действовать. Вот. Вы хоть поняли разницу? Тут нет такого, знаете, считаем. Понимаете, это тут... на самом деле, вот, может быть, это, да, шуточки, да, не шуточки. Да никто не шутит, ну, наверное, даже не цирк здесь. Нет, просто вы себя, просто вы там выразите. Нет, у нас как бы не цель здесь, никто не шутит. Вам пояснили причину и все. Ясно. Понятно. Никто же не кричит, не цель, не смеется, не улыбается. Да ну конечно, все по закону. Я тут вам, 2.5 часа по закону, нормально. Хорошо, посмотрим, что будет через полчаса. Будете на 48 часов меня задерживать или не будете? В чем проблема? Что мешает мне повесточку вызвать? Данные есть. В чем проблема? Почему я там должен куда-то ехать? Вы понимаете, что моя личность установлена?
Этого достаточно для того, чтобы меня вызвать повестку. Вы понимаете это? Или вы привыкли действовать по-другому? По закону. Ну, по закону. Что-то вас обязывает меня ввести в отдел? Заявление. Ну, заявление. И что? Ну, так примите меры по заявлению. Какие проблемы? Понимаю. Так принимайте их в законном порядке. В законном порядке. А в законном порядке как это делается? Дежурная часть дознавательная. Называется повесточка. Моя личность установлена. Вы понимаете, что у вас нету причины, законной причины, меня задерживать? Вы бы могли меня задержать вот в той причине, если бы у меня личность не была бы установлена. Вы сейчас, хотите перевести на то, чтобы как удобнее и выгодно вам. Я хочу пользоваться своим правом быть свободным по закону. Почему я это право, этого права вдруг лишаюсь? Это что, понятые, да? Процедура. Документы понятые, посмотрим. Смотрите, в отношении вас, значит, зарегистрировано. Документы понятые, посмотрим. 17-530. Нет. 5-7 закона полиции. Я имею право ознакомиться с документами. Сейчас вас доставят. С понятыми, пожалуйста. 5-7 закона полиции. Просто соблюдите. Пожалуйста. Я могу посмотреть документы? Вы отказываете? Вам в руки никто их не передаст. Вы отказываете? Отказываете удостоверить личность? Я вам Вы можете их посмотреть в руки, вам никто их не я придаст. Хочу удостоверить. Мне не нужно в руки. Все, давать. Вот они, смотрите. Я хочу удостоверить. Вот они. Пономарев Владимир Алексеевич. Это вы, да? Да. А, это вы, да? Хорошо. Так, Крынин Игорь Анатольевич. Игорь Анатольевич. Это вы, да? Ага, да, все. Без проблем. Сейчас, значит, по сообщению о преступлении вам предлагается проследовать в отдел внутренних дел города Кропоткино. В связи с чем? В связи с тем, что поступило сообщение о собственника здания, в котором вы были обнаружены. Основания для задержания, для доставления. Значит, проверка по материалам КУСП. Что мешает меня вызвать по повестке? По повестке вы фактически на месте правонарушения задержаны. Повестка ли это? Вызывайте по повестке меня. Повестки вам не... Моя личность установлена? Установлена. Какая нужда ехать мне в отдел? Потому что вы застигнуты на месте совершения правонарушения либо преступления. Сейчас будем устанавливать. Что я нарушил? Вы проникли на территорию здания, принадлежащего другому человеку. Что? Вы не поняли. По закону. Какой закон я нарушил? Я еще раз вам объясняю. Вы проникли на территорию здания, принадлежащего... Какой закон я нарушил? Сейчас мы будем разбираться. Вы понимаете, перед тем, как меня задерживать, вы обязаны меня знакомить с тем, что я нарушил. Какой закон я нарушил? Вы отказываетесь проследовать в отдел внутренних дел? Какой? Я хочу установить, законно ли ваше требование вообще или нет. Если я нарушил, что я нарушил? Вы незаконно проникли на территорию помещения... Какой закон я нарушил? Вы еще вы раз... полицейский, вы должны знать закон, который я нарушил. Я вам еще раз объясняю, что вы проникли на территорию помещения. Какой закон я нарушил? Ваше требование незаконно. Почему? Потому что вы не ссылаетесь на закон. Ваше требование незаконно. Понимаете это или нет? Сейчас, секундочку. Узнайте закон. Ознакомьте меня. Какой закон я нарушил? Требования полицейского должны быть законны. Если сейчас, есть сообщение о дежурной части. Если сейчас полицейский сошлется на закон, какому законному требованию я не подчиняюсь? Если он сейчас мне этот закон предоставит, без проблем, я же сам без понятых запрыгну машину. Просто ваше требование незаконно, нельзя так делать. Хочу так. Надо делать только по закону, понимаете? Все из-за чего? Из-за того, что у меня там нету документов на мопед, да? А я ведь имею право без документов, без регистрационных документов. Я вам права дал, паспорт дал. В чем проблема? Что вы тут раздуваете? Все началось из-за чего?
Все. Какое заявление? Где оно там есть? Ну где? Я могу его посмотреть? Я могу в отделе и посмотреть. Вот знаешь, о чем 24.2 Конституции говорит? Да. Уже ладно, ничего. Уже ничего. Ничего уже, да. Не, ну так не потом позвоню. Да телефон плохой, говорю, потом позвоню. Обращайте внимание, что я сейчас хочу выяснить законность требования сотрудника. Вы нарушили прежде всего конституционные права человека за частную собственность. Какой? Какой? Какой закон я нарушил? Конституцию прежде всего. Это частная собственность. Конституция, я понимаю, статья какая? Статья. Вы не знаете? Я вам не адвокат. Вам если нужен адвокат, вам адвокат. Полицейский, который не разбирается в законах. Понятых не отпускайте, они должны присутствовать здесь. Понятых верните. Понятые здесь. Они должны слушать. Они же для этого здесь и находятся. А второй понятой? Да у него батон в машине выскочил. Вам права зачитали? Меня пока только что остановили. А что вы права понятым там не разъяснили? Ну это вас как бы не касается. Вы знаете, что вы можете отказаться и уйти отсюда, не участвовать в этом процессе? Вам это не говорили? Здесь вы находитесь сугубо по вашему выбору, по вашему желанию. Если хотите, оставайтесь, если нет, то принимайте решение. Ну, это не ваше интересно, а сейчас будет другой человек. Вам если есть... Мне разницы нет. Мне разницы нет. Мне разницы нет, кого в суд вызывают. Если вы так себе уверены, то тогда которого на моем месте будет? Другого сейчас остановлю. Да, в принципе, да, мне разницы нет. Согласен, да. Не, просто... Просто многие люди... Если он сейчас закон нарушит, который... Если он закон сейчас назовет, который я нарушил, значит, его требование будет законно, значит, я обязан. Вы отказываетесь проследовать по делу внутренних дел. Мы вам предлагали добровольно. Ваше требование незаконно. Хорошо, берите, пойдем. Незаконно. Да, понятые, обратите внимание. Он не предоставил мне закон. Сейчас ко мне применяется физическая сила. Физическая сила, давайте. Просто проследуйтесь, присядьте. Я не хочу туда идти. Я не хочу туда идти. Вы мне закон назвали, который я нарушил. Если вы сейчас закон не назовете, вы нарушаете законность вашего требования. Я свободный человек, я имею право свободно передвигаться. Вы имеете право лазить по зданию, принадлежащему третьему лицу. Если я что-то нарушил... Вы нарушили. Понятые, хочу вас... Просто вам придется разъяснять в суде все это. Я находился в этом здании. С этого здания я вел видеосъемку этого поста. Вы понимаете, да? Просто пока вы сейчас здесь находитесь, вы должны понимать ситуацию, которая здесь происходит. Сейчас полицейские мне предъявляют то, что я незаконно нахожусь в этом здании и веду оттуда съемку. Не, насчет съемки они мне ничего не говорят, а то, что я нахожусь там незаконно. Вы уже объяснили, все уже поняли. Без проблем, физическую силу, да? Пока, если вы отказываетесь. Отказываюсь. Отказываетесь? Да. Это требование незаконное. В эту или туда? Обычно сзади возят. Все-таки хотите у меня флешечку забрать, да, в отделе? Хорошо, ясно.